День добрый, три пескаря, берег, называемый места для отдыха. Здравствуйте. Как проходит ваша рыбалка? Расскажите. Нормально. Нормально это как? Удачно. Нормально это хорошо или плохо? Хорошо. Приехали отдыхать, отдыхаем. Поклевки есть, много поклевок. Много нереализованных. С утра по темному еще сразу две взял. Сейчас еще вот две. Ну показывайте, что в улове. У рыбы, как и у людей, да? Обед. Такая. А может быть что-то выделите? Может быть что-то работает лучше, что-то работает хуже? Расскажите. Не заметил. Поводки, конечно, да, подлиннее. 40 сантиметров не работает, пробовал. Не работает? Нет. Вот от 60 до метра вот это да. А так чеснок, сыр разных цветов и все. Как бы не точно так сказать, что на то лучше, на то хуже клюет, я бы не сказал. Все как-то одинаково. Поклевки есть. Вот так. Время обед. Не хвастань чешуи вам. Спасибо. До вечера. Да, будем надеяться. Будем ловить, а не надеяться. Ну, будем ловить и надеяться. Всего доброго. Спасибо.